Инвестпроекты являются движущей силой развития нашего муниципалитета. И несмотря на экономическую ситуацию, в Анапе на данный момент реализуется множество программ. Самые амбициозные из них вошли в топ-50. Те проекты, которые попадают туда, имеют только один шанс на выход из этого списка – это их успешная реализация. Для того, чтобы эта успешная реализация могла состояться, работает такой орган, Комиссионный комитет при главе нашего города. Сейчас в топ-50 находятся проекты санаторно-курортной отрасли, комплексного развития территории, соцсферы, АПК, транспорта и благоустройства. Но список не окончательный и будет постоянно обновляться. Этот список мы делаем не по критерию объема инвестиций, это не настолько принципиально важно, сколько, наверное, по критерию значимости для города. На заседании был особо отмечен проект строительства в поселке Уташ производственно-технического кластера с винзаводом, улиточной фермой, терминалом для хранения саженцев и плодоовощной продукции. Аналогов не существует, программа уникальна. Инвестору окажет всю необходимую помощь в реализации. Ксения Гуденко, Антон Чистяков, Анапа регион.